Приветствую вас, меня зовут дядя Митя, и я сейчас вам расскажу, как происходят дела с моим автомобилем Lada Granta Автомат. Я ее захотел переделать на механику и начал обзванивать объявления, чтобы найти, где можно подешевле купить механику, либо опять же поставить автомат. Я все объявления обзвонил. Вы не представляете, с этими, объявлениями просто какой-то ужас. Мне хотели с Тольятти отправить коробку, мне хотели еще откуда-то отправить коробку, но в итоге ниоткуда мне ее не отправили. И пришлось переделать, я думаю, все-таки уже все пришлось переделать машину на механику. Я вчера арендовал вот этот чудо-автомобиль. Опа. 14-е. Для того, чтобы съездить в ванну и посмотреть, какие там дела. Потому что я позвонил по объявлению, там была самая дешевая коробка. И мне сказали, приезжай, за 13 тысяч ты ее купишь просто в идеале. Коробка пробежала всего 5 тысяч километров, а потом хозяйка, как мне сказали, разбилась на ней. Но ничего страшного, я поставлю на свою машину эту коробочку и буду ездить дальше. И получать удовольствие, правда, уже не от автомата. Это очень обидно и досадно. Но ничего не сделаешь с этим, как бы тут... Что надо, то и надо. В итоге, что по запчастям вышло? Вчера я купил коробку, рычаг переключения передач, стартер, тросики для переключения. Все мне обошлось. Еще диск сцепления и маховик. Все мне обошлось где-то в 25 рублей. Вот такие вот дела. И сейчас я еще поеду на авторынок. Мне нужно докупить автозапчасти, так называемые привода, потому что они не подходят с автомата на обычную. Привода купить — это 3500 каждый. Плюс еще нужно купить какие-то подушки на эту, как ее назвать, коробку, да, для того, чтобы она начала ездить. Машина у меня сейчас находится уже в автосервисе. Хорошо то, что автосервис находится на Бакунина 4. Очень хороший автосервис. Я отогнал туда машину, она уже стоит там больше недели. И мне, я вчера подошел, спросил, говорю, ну а что, я что-то буду должен? То, что она у меня тут стоит уже больше недели. Он такой, нет, не волнуйся, все бесплатно, пускай дальше стоит. Вот осталось дать вот эту бричку, которая сзади меня находится. Это супер автомобиль. Я вчера ехал со своим другом. На этом автомобиле он больше 80 километров просто не разгоняется. В нем стоит газовое оборудование. Ну, не автомобиль, а просто сказка, вы себе не поверите. Кому понравилось видео, не забывайте подписываться на меня, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.